стихотворение. Серия для детей. Пингвины, которые ходят в развалочку. Перед вами Антарктика. Самое холодное место в мире, где зима длится долгих 6 месяцев. А это пингвин, забавно идущий в развалочку по льду. Привет, ребят! Вы знаете, что люди, чтобы защититься от холода зимой, одевают свитеры, теплые носки, варежки. Ну а мы, пингвины, как видите, ничего не одеваем. У нас даже нет обуви на ногах. Но мы ни капельки не замерзаем от этого и можем ходить по льду, не поскальзываясь. Эти забавные пингвины направляются к месту, где должна произойти большая встреча всех пингвинов. Их путешествие продлится несколько недель. Им нужно преодолеть расстояние больше, чем в 100 километров. Поэтому они время от времени, когда очень устанут идти, ложатся на живот и продолжают свой путь, скользя по льду. Но все они удивительным образом не путаются в дороге и идут к одному и тому же месту. В конце этого путешествия тысячи пингвинов из разных уголков Антарктиды поразительным образом встретятся в назначенном месте. Ну ладно, ребят, до встречи! А знаете ли, ребята, что в одной группе иногда бывает почти 400 тысяч пингвинов? Эти милые существа, увидев, что зима уже наступает, договариваются между собой и решают, куда им вместе отправляться на зимовку. Но почему так много пингвинов собираются вместе, чтобы отправиться куда-то? Если вам интересно узнать об этом, посмотрите этот фильм дальше. Место большой встречи всех пингвинов – это также место, где через несколько месяцев появится на свет маленькие пингвинята. Утомительное путешествие, которое совершают птицы, это еще только начало заботы пингвинов, которую они проявляют о своих птенцах, и лишь начало многих трудностей на этом пути. А самые большие трудности начнутся после того, как мама пингвиниха снесет яйцо. Потому что очень скоро после этого начнется очень суровая зима. В зимние месяцы температура воздуха спускается до минус 50 градусов. Сильный ветер, дующий со скоростью 100 км в час, поднимает в воздух снег и кусочки льда. Мамы-пингвинихи, как только снесут яйцо, оставляют его папам-пингвинам, а сами уходят в море. И обязанность по уходу за яйцом ложится на плечи заботливых пап. Чтобы защитить яйцо от холода, папа-пингвин держит его, зажав на своих лапках. Его густые перья – надежная защита от мороза. Но даже несмотря на перья, это очень трудная пора для пингвина. Обратите внимание, ребят, если яйцо упадет на лед, оно тотчас же замерзнет. Поэтому папа-пингвин, как видите, передвигается очень внимательно и осторожно. Представьте себе, что вы стоите и ждете 4 месяца на одном месте на 50-градусном морозе, и при этом еще ничего не кушаете. Для любого человека это верная смерть.
А пингвины без устали проявляют такое самопожертвование ради своего будущего малыша. Пингвины не могут ни на минуту покинуть своих мест, а потому не могут даже помыться. А мамы-пингвинихи сейчас очень далеко от них и ищут корм для будущих птенцов. Через 4 самых трудных месяца вновь настает весна. Яйца уже потрескались, и из них появились на свет маленькие славные пингвинята. У них еще не образовался на теле жировой слой, который защищал бы их от холода. Поэтому они все еще сидят на лапах у своих пап. Первая пища птенца – это молоко, которое папа хранил для него долгие месяцы в своем зоне. Папа-пингвин целых 4 месяца ничего не ел, голодал, но он проявил бесподобную заботу о своем птенце. Он не съел корм, находящийся в его зубе, а сохранил его для своего любимого детеныша. А в это самое время мамы-пингвинихи возвращаются из моря на берег. На протяжении 4 месяцев они тоже не бездельничали, а все время охотились и заготавливали в свои зубы корм для своих птенчиков. Как только приходят мамы-пингвинихи, папы, 4 месяца жившие без еды, сразу же устремляются к морю на охоту. Вдоволь наевшись, папа-пингвин сразу же возвращается к своему гнезду и вместе с мамой-пингвинихой продолжает кормить и растить своего птенца. Я пришел. Ну, наконец-то! А где же еда? Вот я принес ее. Ну так давай же. Кушай, кушай. Ну ладно, до встречи. Ну какой же я молодец. Прямо настоящий профессионал. А теперь пора немного подкрепиться.